Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Дорога» 2009 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. «Безумный Макс. Дорога ярости» 2015 года. Преследуемый призраками беспокойного прошлого, Макс уверен, что лучший способ выжить – скитаться в одиночестве. Несмотря на это, он присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре. Под предводительством военачальника Фуриосы они пытаются сбежать из цитадели, страдающей от тирании несметного Джо, у которого они забрали кое-что очень ценное. Разъяренный военачальник бросает все свои силы на погоню за мятежниками, вступая на дорогу войны, дорогу ярости. «Сквозь снег» 2013 года. Земля. Недалекое будущее. 17 лет назад на планете произошла техногенная катастрофа. Там, где раньше росли леса и цвели сады, теперь лежат снег и лед. Жизнь сохранилась лишь в гигантском поезде, без остановки мчащемся по трансевразийской магистрали. В первых вагонах состава живет правящая элита, во множестве последних – простые люди. Жизнь в хвосте поезда напоминает концлагерь. Болезни, нищета, беспредел надсмотрщиков. Но именно здесь, из среды униженных и оскорбленных, восстает человек, способный восстановить справедливость. Однако у каждой благородной идеи есть своя темная сторона, и любая революция пожирает своих детей. «Земля вампиров» 2010 года. Когда города и села большой страны начали разрушаться и ветшать, на них обрушилась новая напасть – эпидемия вампиризма. Там, где есть вампиры, есть и охотники на них. Некто Мистер, самый крутой крушитель кровососов, поможет юноше перебраться на север, в так называемый Новый Эдем. Книга Илая, 2009 года. После мировой катастрофы Америка превратилась в выжженную пустыню. По бескрайним дорогам, кишащими бандитами, враждующими между собой за воду и еду, странствует мудрый Илай. Однажды он прибывает в мрачные края, где когда-то была цветущая Калифорния, а теперь это сущий ад, где бесчинствует тиран Карнеги. Судный день 2008 года. Великобритания, недалекое будущее, смертельный и совершенно неизученный вирус, названный Жнецом, обрушился на страну, убивая десятки и сотни тысяч жителей. Не имея возможности решить проблему, правительство решает изолировать очаг заразы от неинфицированной местности. Построив вокруг территории буйства Жнеца стену, проходит 30 лет, но вирус снова заявил о себе. Тогда было решено послать в зараженную область первоклассную команду спецназа для поиска возможных методов борьбы с вирусом. Ради выполнения цели и сохранения жизней ребятам придется пробиваться через настоящий оживший кошмар. «Я – легенда» 2007 года. Адаптация одноименного романа Ричарда Мэттисона о неизвестном вирусе, унесшем жизни половины населения земного шара, а остальную половину превратившего в вампиров. Сюжет строится вокруг единственного уцелевшего человека с необъяснимым иммунитетом, ночами держащего бесконечную осаду упырей, а днем пытающегося найти противоядие и выяснить причины эпидемии. «Мгла» 2007 года. Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. «Дитя человеческое» 2006 года. 2027 год. Мир погряз в анархии, причиной которой стало массовое бесплодие. Над человечеством нависла угроза полного вымирания. Лишенный иллюзий бюрократ превращается в чемпиона гонки на выживание в Лондоне, раздираемом клановыми войнами противоборствующих группировок. Именно он встает на защиту последней надежды человечества – беременной женщины, которую надо доставить в безопасное место под присмотр врачей. 28 дней спустя, 2002 года. Группа зеленых экстремистов вторгается в Центр исследования приматов и выпускает из секретной научной лаборатории обезьяну, зараженной вирусом неудержимой агрессии. Смертельный вирус, передающийся через кровь за считанные секунды, приводит к мгновенному заражению и, соприкасаясь с любым живым существом, превращает его в кровожадного монстра. Через 4 недели вся Англия охвачена страшной эпидемией. Многие люди эвакуируются, другие ищут безопасные места в надежде спастись.
Те, кому посчастливилось не заразиться, вместе с группой военных, прячутся в заброшенном доме. Вместе им предстоит разобраться в ситуации и попытаться ее исправить. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!